Труппа «Саха-театра» завершила выступление в столице Башкортостана. В Уфе артисты дали 4 спектакля, в том числе и 2 премьерных. О том, как принял уфимские зрители якутских театралов, расскажет Айсена Бурнашова. Начало гастрольному туру в Башкортостане положил желанный «Голубой берег мой». Далее вторым спектаклем, выступившим в Уфе, стал «Тит» по мотивам Шекспира. Поставленный режиссером Сергеем Потаповым, этот спектакль вновь не оставил никого равнодушным. Очень нравится сценография, конечно же, то есть этот помост, который вертится, то есть на этом очень много все построено. Трагедии вообще, что театр очень мало ставит, а вот ваш театр вот этим отличается, это, я думаю, очень хорошо. На следующий день в этом же театре с успехом прошла премьера спектакля «Хунские повести. Граница». Режиссером являются Лена Иванова-Грим и Андрей Борисов. Спектакль поставлен по мотивам Николая Лугинова. Четвертым спектаклем «Саха-театра», представленным в Уфе, стала очередная премьера. В Большом зале Уфимского государственного татарского театра «Нур» якутяне представили спектакль «Мамаша Кураж и ее дети». Интересно сыграла актриса Катрин. Очень. Роль без слов, и в то же время она смогла передать вот это ощущение наивности, ощущение беспомощности перед войной. Гастроли «Саха-театра» в Республике Башкортостан завершены. Далее труппа отправится в Москву, где поставит финальную точку своего евразийского турне. Там, на сцене Малого театра, якутяне представят 3 спектакля. Надеемся, что столичный зритель по достоинству оценит мастерство и профессионализм якутских театралов. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК «Саха», Уфа, Республика Башкортостан.